Хорошее оборонительное действие. И кто первым успеет к этому мячу? Блестяще он сыгрался. Он накручивает соперника. Удар! Опасно! Гол! Ну, теперь все скажут, какое у тренера чутье. Очередной гол ЦСКА. В этом матче все понятно. И чтобы упустить победу, надо очень сильно постараться. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз.